Что вы кушаете? Суп. Одна такая грустная, грустная, вторая такая суп, веселая. А Миюшкин вообще грустит. Миюша, ты чего грустишь? Я скучаю. Я скучаю по маме. Да, Миюша? Миюшка, смотри, вон оса летает. Передавай маме привет. О, да, кстати, мама сейчас посмотрит это видео. Давай маме передадим привет. Давай. А где твой папа, кстати? На крыше там. На крыше? Да. Кто его туда пускал? Он сам. Сам? Полез туда. И наш полез туда? Там наш папа. Понятно. Он там тянет кинусы. А, не боится он упасть Нет. оттуда? Нет. Я даже тут поеду. Ты, ну ты даже, да, лазила. Земляничку носила, да? Эй. Стой. Суп, он змея сказал, не будет у меня суп. Да? А ты взяла и съела суп, да? Молодец. Я Миюшка, как тебе? Миюш, вкусно тебе? Я думала, что пей как это, с этого, да. Я думала, то, что это правильно. То, что взрослый говорит, например, не есть суп, то не надо есть суп. Смотри, как Миюшка молодец кушает. Как вам в садике дают, в тарелках или в кружках супчики? Тарелка. Тарелка. А тебе как больше нравится, в тарелках? Паук. Комар. Комар такой большой. Большой. И он на шарчик ходит. Мама. Ой-ой-ой, тебе не. Угу. Тебе как суп? Настюш. Миша, у меня теперь розовый пахнет. Настюша, как тебе суп? У меня розовый пахнет.